Всем привет, ребята, с вами Хьюго, мы с вами продолжаем проходить метро 2033. И сегодня у нас будут такие довольно-таки сложная и, самое главное, интересная локация, нежели чем предыдущие, как говорится, серии. В чем будет, как говорится, сложность этой локации и этой серии? В том, что сам уровень довольно-таки очень-очень неприятный, поскольку мы находимся с вами на, насколько я помню, Павелецкой станции. Вот, которая полностью заброшена, уничтожена под атакой мутантов. Вот, и сложность будет заключаться не только в том, чтобы выжить и выбраться отсюда, но и также, чтобы собрать все тайники и также заметки. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Нам конец. Мы-то знаешь, по уши на розе. Присоединяйся. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой, но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда, туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чисто ради, как говорится, за компанию поорал. Что за хрень? Спокойно, без паники. Что это такие за странные звуки, а? Холод. Да вроде не все. Кого-то приструнило. Даже ни одного. О, нет. Мне интересно, что это такое произошло сейчас? Мне это явно не понравилось, как этим ребятам. Так, давайте все-таки рано или поздно, ребята, с вами возьмем дробовичок и пошмаляем из него. Поскольку на этом участке карты он нам явно пригодится. Это я вам прям гарантирую. Так, они где-то рядом. Они где-то рядом. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Только добрые песни могут поднять боевой дух солдата. Ну давайте, выходите, где вы там уже есть-то? Я вас тут во всех, как говорится, оружие готов встречать. Так, упыри, по-моему, умирают на... 2-3 выстрела где-то 12 калибра. Как они могут танковать такой урон и такие патроны? Я вообще без понятия. Хотя вот вроде вот этот умер с двух выстрелов. А вот это вообще с одного. Прям бандиты из сталкера чувствуются. Так, вот выстрел. И он его добивает. В принципе, можно так играть, да. Вот я их могу станить, а вы, пацаны, будете их добивать. В принципе, неплохая тактика. Какой-то, блин, носач тут еще вылез. Главное, чтобы патронов хватило, вот это самое главное. И чтобы не зажимали еще, самое главное. Давай, давай, давай. У нас же, оказывается, еще один человек есть с калашом и дебил с ДШК, который даже не стреляет. Просто даун. А, нет, он стреляет, но только очень неточно и очень редко. Так, пацаны, меня атакуют. К слову, здесь также еще появляются мутанты, которые агрятся только на вас. Только на вас. Вот, и один такой был уже... Одного, точнее, такого уже могли видеть, вот второй. А вот и третий. Так, надо лечиться, надо лечиться, надо лечиться. Иначе меня сейчас заберут. Фу, вроде выжил. Еще идут. Так. Давай, давай, вот. Еще один вылез, который только на меня агрится.
Так. Мне кажется, у меня потихоньку начинает заканчиваться 12 калибр. Пацаны, нужна картечь, срочно. Картечь нужна. Я думал, что ты умер. Умри. Воу. Воу, вроде наконец-то конец этой волны. Ух, вроде пережили. К сожалению, конечно, с потерями, но пережили эту волну. Очень тяжелую, очень трудную. Но мы с вами, ребята, справились. Так, давайте найдем мой калашик с глушителем, который я поменял на этот дробовик. Он где-то лежал, вот он лежал здесь. И все-таки давайте посмотрим на мои потери в боезапасе картечи. Не так уж и много, у меня в принципе было около 18-20 патронов, так что я особо много ничего не потерял. Вот, но аптечку все-таки я затраченную возьму. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Ну что ж, сделаем доброе дело. Возьмем кассетку и попробуем помочь людям. Итак. Я не знаю, как туда можно пробраться. Блин, почему-то я через эту балку не могу перепрыгнуть, потому что Артём у нас, как мы называем, не паркурщик. Это явно. Это явно. Здесь у нас есть небольшой ящик с картечью моей потраченной и также золотыми пульками. И чтобы вам не соврать, эта локация находится 1, 2, 3, 4 заметки. И также два сейфа. Первая заметка вот. Кому интересно, можете ее почитать. Вот, так что мне нужно будет в этой серии, по крайней мере, найти все тайники. Ну и также, по желанию, конечно же, выжить и выбраться отсюда. Так что да, сегодняшняя серия будет крайне сложная и, на мой взгляд, интересная. Так, и вот она, та самая, чтобы вам не соврать. Павелецкая, да. Уничтоженная полностью станция мутантами. И зависимая станция. Здесь явно было очень-очень хорошее мясо. Раз тут просто все раскидано, все уничтожено. Везде трупы. Везде, как говорится, крах и хаос. Вот, помимо этого, на этой локации также присутствует множество всяких мини-тайничков, типа вот как картечь в будке. И также на этой локации куча кикимор, которые явно будут мне докучать сегодня. Они будут постоянно вылезать из своих норок и пытаться вас как-то атаковать. Вот, еще один даже упырь есть, который я на кого-то дожрал, наверное. Вот, здесь у нас есть растяжечка, калашик с потрошками. Так, и где-то здесь, я помню... О, насадь еще один даже остался здесь. Вот, и где-то здесь, вот в этом вагоне, я помню, есть первая заметка и, скорее всего, возможно, даже первый сейф. Но это не точно. Так что давайте сами поднимемся на второй этаж. Так, никакой растяжки здесь нету, что не может не радовать. Так, и здесь у нас, кроме золотых пулек и... Чё, все что ли? Здесь больше ничего интересного нету? Насколько я помню, здесь должна быть какая-то заметка быть. Это прям точно помню, что здесь должна быть заметка. Но почему-то я её здесь не наблюдаю. Вот можно на первом этаже, я ее где-то там упустил. Так, давайте вот там вернемся на первый этаж. Я на всякий случай еще раз его проверю. Так, пусто. Ничего здесь нету. Странно. Возможно, я что-то, скорее всего, путаю. И заметка находится не в этом месте.
Вот, поскольку здесь типа такого здания, как вагон, оно не единственное. Так, там кто-то есть. Блин, они постоянно где-то ходят и где-то топчутся. Сгори, сгори в огне. И это просто очень дико напрягает. Да уйди ты, а. Они еще неплохо так дамажат еще. И убивают. Чувствую, гореть на этой локации будет у меня довольно-таки неплохо и стабильно. Так, давайте продвинемся с вами вот в эту часть карты. Мне все-таки, наверное, было, наверное, дробовик оставить. Знаю, что на этой локации будет куча вот этих вот дурацких кикимор. Да, кстати, вот еще большой тайничок. Уйди от меня. Уйдите от меня. Сколько можно-то уже, а? Надо бы хотя бы аптечки поискать, а то я так сдохну. На этой локации. О, аптечка, слава тебе, яйца. Еще одна. Так, 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 надо найти тот вагончик, надо найти. Он где-то рядом. Я прям чувствую, что он где-то рядом. Так, тут у нас какая-то больница, походу, что ли, либо какое-то жилое помещение. Но в любом случае здесь у нас есть аптечка и патроны. Так, и нас снова встречают эти кикиморы, прямо на выходе. Умри, умри, умри. Ладно, давайте вернемся за аптечкой. Потому что мне явно сейчас пригодится. Так, давай. Да, вы заколебали, а. Вы хотя бы, не знаю, заканчивались там что-ли, либо в очередь вставали. Это же бесконечный просто конвейер этих проклятых мутантов. Так, здесь у нас находится, как я понимаю, комната начальника станции, скорее всего. Поскольку он здесь то ли застрелился, то ли он просто умер от чего-то. Но здесь у нас будет открытый сейф, даже не один. Вот, и в одном из которых есть патрошки. Ну а здесь висит ключик от одного сейфа. Так, и насколько я знаю, возможно, можно подняться и сюда. Нет, не открывается эта дверь, к сожалению. Блин, как же здесь все горит, а? Просто горит и гарью пахнет, наверное. Так, да, гарью пахнет, надо противогаз надевать. Так, тут у нас ничего интересного, кроме сковородки и... Ничего. Так, значит, где-то вагончик должен быть где-то здесь. Поскольку там я все исследовал, значит, вагончик где-то должен быть здесь. Так, здесь что-то такое же, типа подобие какого-то госпиталя, наверное, было. Так. Кстати, к слову, там какие-то страшные звуки. Вот там, буквально чуть-чуть дальше. Так, чувак, патрушки, спасибо. Ё-моё. Да, умрит уже, а? Блин, как же мне жалко тратить на них 5.45-то, а? Как же жалко. Так, на отделение можно даже подняться сюда. Но здесь у нас лежит два фильтра и аптечка. Так, куда еще можно здесь забраться? По идее, можно забраться сюда. Но здесь также дверь закрыта. Так, перепрыгнем огонь. А, вот этот вагон, вот он, нашел. Я его нашел. Вот, и надо быть здесь довольно-таки аккуратным. Потому что я здесь помню, какая-то есть растяжка. Где-то помню, она здесь есть. И помимо всего этого, где-то здесь должна быть точно 100% заметка. Уйдите. Не бесите меня. Так, заметка за... А, вот она. Ай! Дурацкие скримеры. Ненавижу скримеры. Так, вот вторая заметка на этой локации. Она даже состоит из двух страниц. Вот, и теперь, чтобы нам спокойно уйти с этой станции, нужно найти с вами оружейню. Это выход с этой станции уже. Но нам нужно с вами... Кто-то подорвался на растяжке. Это просто 100%. Я слышал взрыв гранаты. А, она погибла. А, вот. Кто-то здесь подорвался на растяжке. Какой-то лох. Где-то здесь должна быть оружейня. Не помню, где она точно. Но она где-то здесь должна быть. Потому что именно там находится сейф.
сдвинется, а ты станешь чеками. Ну где точно она, я, честно говоря, ребята, не помню. Да, ребята, я сделал небольшую ошибку. Чтобы найти это оружие, надо было вернуться, так скажем, на начало этого участка. Вот, и здесь находится выбитая дверь. Вот, и здесь, оказывается, есть переходик налево. В как раз ту самую оружейню, в которую мы сами не могли попасть из этой закрытой решетки. В оружейне у нас есть тут пара фильтров, убитый упырь. Также Хельсинг, который находится уже второй раз с нами. И находится один открытый сейф с небольшим лутом. И также тот самый сейф, который мы сами ищем. Вот. А так, в принципе, здесь больше ничего интересного, как мы сами видим, нету. Так что давайте с вами двигаться будем к выходу из этой локации, потому что здесь какие-то явно недобрые мутанты появились, которые явно хотят нас убить. Так, и выход с этой локации находится, он, соответственно, здесь. Выходим с вами снова в туннеле метро. Наконец-то хоть покинем это богом забытое место. Вот, и помимо всего этого, здесь можно еще подобрать парочку патрошек. Так, и здесь наш, я походу, как мой, будет самый нелюбимый участок на этой локации. Наконец-то этот ребенок заткнулся, вот только мне штурмана в этой ситуации, как говорится, не хватало. Вот, и да, рядом вот с одним из трупов находится уже третья заметка на этой локации. И вот, кому интересно, можете ее почитать. И так, кстати, я всегда, когда проходил метро, думал то, что я все-таки веду за руку этого ребенка. И я абсолютно не понимал, почему у меня такая была плохая чувствительность. Оказывается, Артем его несет на спине, и он... как говорится, как... Ну, не то чтобы обуза, а как дополнительный груз у меня сейчас находится на спине. И вот эти вон там у меня, помню, в первые разы прохождения так бесили просто. Это покраснение рожи прямо. Вон там, это вообще неценная информация, где кто находится, либо кто на меня где нападает. Хотя, да, здесь, наверное, можно снять противогаз, потому что мелкий... Явно просек, что здесь можно дышать спокойно. Так что мы его снимем и не будем, как говорится, убивать зря. Так, тут у нас находится труп. Немножко патрошек 12 калибра. Так, дедуля какой-то грустный. Приуныл что-то тут. Растяжка из канистры с бензином. Свинка Пеппа, привет. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Да, кстати, небольшая надпись на стенке, которая что-то, ну, явно оно гласит. Также виды других городов и какая-то фотография разработчика с надписью. Не знаю, удастся ли мне прочитать ее. Так, давайте чуть-чуть подзарядим фонарик. А то, ну, явно тут вообще очень трудно что-то прочитать. Так, на этой фотографии у нас написано... Разыскивается преступник, походу. Хе-хе. Да, забавная ссылочка на одного из разработчиков. Вот в этом.
Вот, и да, пацан сказал, что в этом ящике у нас, оказывается, есть какой-то тайник. Итак, У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Хотя да, вот прямое доказательство, то, что я несу его на спине. Тут видно, собственно говоря, по тени уже, то, что я его несу. И да, я постоянно пытался найти это его долбанное ружье в тайнике. Ой, он сзади подползает. Во, ну хотя бы хоть раз сказал ценную инфу. Я, честно говоря, не помню, где именно находится его ружье. И что это за отряд мертвых сталкеров, которые, ну, без ничего здесь воевали. Вантама! Да, потому что не говори свое Вантама, она меня раздражает. Вот, и если кто-то, ребята, из вас знает, где находится тот самый тайник с ружьем этого пацана, и самое главное, что там за ружье находится, то обязательно, просто обязательно дайте мне знать, потому что... да, у меня закончились 5.45. Это не может не радовать. Еще один. Переходим на одиночный режим стрельбы, чтобы сэкономить таким образом патроны. Так что, да, да. Так, здесь находится сейф, я помню. Где-то здесь рядом. Но где именно, я не помню. Так, да. Давайте с вами поменяем тогда калаш на... револьвер. Так, и постараемся с вами сейчас найти... Постараемся сейчас найти с вами васильный сейф, кстати, на этой локации. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. А, вот. Вот этот агрегат будет гораздо получше, чем... 44-й, конечно. Но, к сожалению, он не такой точный. Да не парься, не парься, все под контролем. Так, где-то здесь вот должен быть сейф. О, зашибись. Ой, пацан, пацан. Убивают, пацан. Где-то здесь должен быть сейф. Вот он, я его вижу уже отсюда. Вот он, сейф. А, ну, где, точно говоря, ключик от него, да... Они, понимаете, уже втроем просто тупо на меня нападают. Тупо втроем. От нечего делать, походу, нападают уже на меня. А, ну, где точно ключик от этого сейфа, я не совсем, как говорится, помню. Ну, все же, давайте будем с вами более-менее внимательно смотреть. Все. Отошли от меня. Да что... Они еще какие-то разные цветы, цветов, точнее, все ходят. Это что? Кажется, провод. Это не провод, пацан, это веревка. Давайте будем с вами внимательно искать ключик. Ключик явно где-то спрятан. Где-то явно спрятан, и, скорее всего, возможно, у какого-то... У какого-то трупика. Дай сюда. Тебе он не нужен уже. Так что да, давайте с вами вернемся, откроем с вами на этот сейф и... Просто про него забудем. Нам нужно как можно скорее отсюда выбираться. Ой-ой-ой. Вот это ништяк. Вот это я заберу. Это теперь мое. Никому не отдам. Так, и что, собственно говоря, осталось найти этой локации? Это последняя заметка. А нас будет находиться в конце этого уровня. Так что мы с вами сможем с спокойной душой сейчас просто идти... И пробираться как можно быстрее в сейф-зону. Так. Можно, в принципе, взять было бы дробовик, но... Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Ты не поверишь, как я буду знаменит, когда я расскажу о тебе. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Ну, постой, рано или поздно, в принципе, сможем попасть на небо. Не урони меня. Главное здесь аккуратно, аккуратно пройти по краешку. Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка.
Без него отца она бы не прожила. Дядя умер, мам. Если бы он потерял сына... Меня этот человек принес на плечах. Его бы это убило. Я ему помогал монстров убивать. И нас всех заодно. Спасибо. Господи, бедный Сережа. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ну, по крайней мере, мы сегодня сделали не одно доброе дело. Вот, и сейчас вот этот господин проведет на рынок. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Я, конечно, помню, что здесь будет какой-то народ, но прям чтобы столько народу было здесь. Ё-моё. Да. И да, кстати, последняя заметка находится как раз с этой клавиатурой. Вот. И кому интересно, можете ее прочитать. Ну и, в общем-то говоря, это и есть конец этой нелегкой для нас сегодня локации. И последнее, что я сделаю, давайте посмотрим, что мы можем с вами приобрести в магазике. Купим, пожалуй, аптечки. Так, вот это все мы с вами барахло, как обычно, продадим. Наверное, я возьму 3 ножа обратно. И что касается патронов. В принципе, что у нас тут по патронам-то? Я тоже, честно говоря, ребята, не знаю. У меня C545 закончились, и... В принципе... Не знаю, давайте докупим все-таки стрелы для Хельсинга. Куда-то они у меня пропали. И продадим с вами все вот эти стальные шарики. Они мне не нужны. И давайте пока походим, не знаю, с 44-м, что ли. Все-таки я нашел его в полностью прокачанном состоянии, насколько я знаю. То есть двукратная оптика, глушитель и... Можно еще поставить, наверное, пожалуй, приклад. Пожалуй, давайте за 40 пулек мы его поставим. И не знаю, стоит ли ставить ЛЦУ. Все-таки оно стоит сколько? ЛЦУ стоит 15. Давайте поставим, почему бы и нет, как говорится. И посмотрим, давайте, на апгрейды Хельсинга. Так, ничего не изменилось, в принципе, ЛЦУ. А вот смотрите, герметичный клапан. Воздушные баллоны с клапаном до военного производства не состравливают воздух даже при избыточном давлении. Неплохо. Не знаю, как вы, ребята, но я думаю, что такую модификацию, скорее всего, стоит установить. Ну, а ЛЦУ, думаю, что на Хельсик нет смысла никого ставить. Но все же, давайте посмотрим, что у этого, как говорится, товарища есть в продаже. Так, обмен. Тихарь. ВСВ. Бойник, калаш, 44-й, АКСУ. Нет, я не хочу поменять. Ну, арсенал скромненький, но довольно хороший. И, по крайней мере, менять что-то я, ну, явно не хочу. Ну и, в принципе, здесь у нас есть выход с этой локации. И да, на этом уже стоит вполне себе логично эту серию закончить. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, на нашу группу ВКонтакте и в Стиме. И да, не забывайте оставлять свои, как говорится, пожелания и впечатления в комментариях. А с вами был Хьюго, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока-пока.